Приветствую вас, легендарные светочи этого мира, спасатели этой планеты. Что, родные сердца, я вам хочу рассказать. Конечно, я немножко не хочу ворошить прошлое, но что ж, надо, так надо. Что такое для меня дал суперджамп? Первое, я скажу, родные сердца, дал для меня суперджамп – это состояние счастья и радости. Мне пришлось, ну как, росла я маленьким ребенком, я была сама собой сиротой. То есть и самой мне пришлось очень быстро вырасти, потому что 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, да, понимаете, да, что когда ребенок не имеет ничего, то есть, а я всегда хотела, ну как и все, хотела кушать, хотела, ну так приходилось в жизни, что я росла сама по себе. Я могла ночью прийти в любой дом, постучаться. Там Алена выйдет, мне говорят, Ириночка, сколько сейчас время? Да, ну откуда ребенок знает, сколько время? 2 часа ночи я могла зайти и вот так вот. Ну, приходилось так, что когда я уже было более, ну, 10-11 лет, да, я уже после 7 класса, после 6 класса я начинала работать. Начинала я работать санитаркой, я таскала трупов, начинала я, чтобы заработать себе какие-то денежки на хлеб, я постоянно работала. В это время я видела богатых людей, детей, я видела, как со мной не дружат, потому что, ну, бедненький ребенок. Ходила в танцевальный кружок, училась, занималась, читала очень много книг, училась я очень хорошо, но не дружили, потому что я из бедной очень семьи. Когда-то в это время я сказала себе, мне было, наверное, лет 13-14, я сказала, что я никогда не буду бедной, никогда, и никогда своим детям я не дам быть бедным. Вот, и понимаете, да, когда ребенок не знает такого вот состояния радости, ни песочниц я не видела, ни кукол я не видела, ничего я не видела. То есть видела только то, что мне нужно прокормить себя и дальше идти. Пошла я учиться, пошла, конечно, на заочные, пошла работать сперва, господи, это и в детском доме я отработала. Я отработала в детском доме, и сразу мне поставили молодую девочку заведующую. Я кормила 83 ребенка. И, конечно же, я всех хотела удочерить, усыновить всех детей, потому что я знала, как мне было каково, и как дедишкам в этом тоже детском доме, каково этим детям. Ну, рано я вышла замуж, рано я родила, поступила я в магистратуру, начала я уже работать, работала я тогда уголовная полиция, была старшим следователем уже в уголовном розыске, да. Ну, 5,5 лет я отработала, и, конечно же, мне тоже не приносило это ни удовольствия, ни радости, потому что дома я срывалась, понимаете, да, что такое органы, и, ну, была такая серьезная, всегда была в форме, никогда улыбалась, ну, как я улыбалась, да никак не улыбалась, ко мне было тяжело даже подойти. И потом что? Потом я отдала всю свою жизнь, считай, предпринимателем. У меня были и магазины, и одежда, и обувь, я промоталась по всем странам, у меня было и игрушки, и что у меня только в жизни не было. То есть, ну, предприниматель я с большим стажем. Я вам скажу, что и новые машины, и тряпки, и Луи Виттоны, и Шанели, и что у меня только не было, ничего мне не приносило радости и счастья. Я вам скажу, это честно, осознанно, потому что что? Ну, что такое счастье? Мне кто бы спросил, что такое счастье, а я же не знаю, что такое счастье. Я никогда не забуду, когда ко мне пришел в магазин человек, женщина, психолог. Я потом узнала, что она психолог, и мне сказала: Ирина, закрой глаза, говорит, и вспомни свои, ну, из детства какие-то, ну, моменты с этого, с детства. Вы знаете, я чуть-чуть не выкинула с этого магазина, потому что я закрыла глаза, я расплакалась, меня все затрясло, я не могла даже разговаривать, думаю, мне вспомнить-то вообще нечего.
Ну, вот так начинался мой путь. То есть потом я ушла в ресторанный бизнес. Как я ушла в ресторанный бизнес, сама я не знаю, как я... Три ресторана у меня было. Ну, не давали мне эти рестораны, потому что я не пью алкоголь, несмотря на то, что и деньги, и все это, конечно, приносило. Но мне было всегда тяжело. Мне было настолько тяжело. Я что-то постоянно делала. Я проходила 17 лет, я отдала учебу. Я заплатила за учебу. Это я так вот посмотрела, 64 диплома. Я отдала практически 189 тысяч евро. Я промоталась везде. Я где только не училась и сколько франшиз я не имею. Я и тета-хилинг, я и миллиардеры, я и Перу. Я, вы знаете, моталась я по всему миру. Жила я в Америке еще 11 месяцев с младшей дочкой. Вот, и там я училась. А как я попала в Суперджамп, я скажу, я действительно туда попала. Как я попала к Александру Назарову, тоже попала. Я не знала, мне было от того, что это просто, просто. Я не верила, что это просто. Вот, а знаете, когда я прошла упражнение, я попала к Роберту Ра, величайшему, который я могу сказать не слово «благодарю», я скажу «низкий поклон». Потому что если бы не Роберт Ра, не Александр Назаров, конечно, он меня не позвал ни из-за денег, ни из-за чего. Я просто разревелась человеку в Сочи, который я вообще не знаю. Я проходила вместе эволюцию сама с собой. Знаете, у меня еще был ресторан, был ковид, и я вот так вот, ну, болтыхалась туда-сюда, туда-сюда, опять вся погружена в учебу. Он мне говорит: «Ирин, пойдем, говорит, пройдем 8 жемчужин». Я не слышала слова «восемь», я слышала слово «жемчужин». Ну, как и любая женщина, вот как обезьяна на вот эти, на золото, на жемчужины. Я говорю: «Ну, что это такое? Там 7,5 тысяч рублей, ничего это не стоит». Думаю, дай-ка я пройду. Я когда начала проходить, я ничего не поняла. Это было, во-первых, 6 утра. Я не вставала никогда так рано. Я всегда ложусь поздно. Встаю я тоже поздно. В 6 утра была тренировка. Я села, я расширила глаза. У меня есть этот ролик, я не понимала, что происходит, что случилось. Вы знаете, родные сердца, что случилось со мной? Я осознанная, у меня двое детей еще, я счастливая жена стала при суперджампе, состояние. Понимаете, я стала улыбаться, я стала смеяться, я стала танцевать, я стала, прошла 8 жемчужин, я не понимала, действительно, что так просто? И за это дают деньги. За что там дают деньги? Понимаете, вот я как, я начала, как может быть за это счастье давать деньги? Это же счастье. 8 жемчужин, да тут еще и деньги есть, да? Ну и что я прошла, я думала, я не сразу приняла такое вот, я не сказала даже Александру Назарову, что я стану мастером, я даже не знала, как, я просто ему выслала скрин, вот эту франшизу. Он говорит: «Да ну», я говорю, «я так хочу», потому что я сама честно себе призналась, потому что этого счастья я не испытывала нигде. Я вам всем говорю, что, родные сердца, сколько бы вы ни мотались, поверьте, промоталась, отдала кучу денег, где только меня не носило. И вот случилось то, что случилось. Не буду говорить, ну, уже как скажу, как есть, конечно, случилось. Как раз у меня была тренировка в 6 утра, у меня начиналась тренировка. Ну, случилась война, да. И тогда я принимаю самое твердое решение. Кто, как не я сейчас, кто, как не мы сейчас, мастера, интеллект-тренера, кто сейчас, когда нас, понимаете, разъединили, когда нас, понимаете, мне говорят, я родилась, выросла в Эстонии, мне говорят: «Ты русский оккупант», я 27 лет проплатила налоги в Эстонии. Понимаете, я создала кучу рабочих мест. Я вижу, когда сносят памятники и ставят геев. Я вижу, когда зашла к подруге в салон, две девочки, одна девочка 26 лет, а другая девочка 24 года, выходят замуж друг за друга. Это друг на друге женятся. Да, и мама приходит на свадьбу и падает в обморок. Это то, что я вижу, это мои, на моих глазах. Понимаете, я как представила, понимаете, вот этот геноцид, вот это вот, что творится, и как сейчас вот мои мастера, которые на украинском языке светлейшие люди, они боятся говорить на русском языке. Кто, как не мы сейчас, возьмем вот эти вот, не то что про, тут надо всем супер брать,
супер, и объединяться, и действительно спасать нашу планету. А вот потому что, чтобы наши дети, ладно, я всегда говорю, мы докарабкались, а вы подумали кто-то о детях? А вы подумали кто-то о семьях? Вы подумали, что будет дальше с одной стороной, с другой стороной, с третьей? Ведь нас всех же разъединили. Нам что трактуют? Учителя на русском языке нас посадят в тюрьму. Да не кто такие власти, менеджеры эти власти, родные сердца. И кто, как не интеллект-тренер сейчас, и когда я принимаю решение объединить людей, объединить страны, не дать людям, понимаете, какая разница. Мне сейчас, понимаете, что так, понимаете, но зато я знаю честность от сердца, от себя. Я помогу каждому ребенку, я помогу каждой семье, я донесу до него, не скажу «пойдем». Пойдем, ведь у меня есть инструменты, ведь я сама же прошла. Я знаю, что такое ребенок, я знаю, что голодный ребенок, я знаю, что такое семья, я знаю, что когда нечего кушать, я знаю это. И, конечно, я принимаю, это только начало, шестой ранг. Мы и с Александром, это только начало. Я говорю, что до 10 ранга. Я всей своей команде, я свою команду благодарю. И тоже низкий поклон, также вся моя команда несет, и несмотря ни на что, с троими детьми, хрупкие, 45 килограмм, вы не представляете, там, даже 63 года, там, у меня Тайбат, Луцкого, там, Марина Лившиц, ну, мне не перевести, вы знаете, как они несут, они не жалея ничего, ни себя, никого, коучи, психологи, я всем говорю, психологам самим нужно интеллект-тренера, потому что я знаю, что такое психолог и коучи, это хиллингеры. Дальше что? Куда вы выпускаете людей? В чистое поле. А дайте людям ментально, дайте материально. Что этот психолог? Я проходила, у меня самой эти все, дальше, ну, поднимет тебя на второй, на третий уровень. Через 2 недели ты опять провалился. Ты опять в таком же состоянии, как и я, в такой же депрессии. Ну, хорошо, было у меня такое, что я и в Индию стартанула. Я и в Индии прожила. Я считала, что духовные практики – это что? Ну что, я с грязными пятками в ашраме буду сидеть? Это не мой старт. Ну, и никто там не будет сидеть, потому что, всегда говорю, должен быть баланс между материальным и ментальным. И вот как раз-таки психосоматику тоже никто не отменял. И в суперджампе я говорю, что есть все. И ментальное, и материальное, и счастье, и любовь, и жизнь. Я скажу, что почему есть отношения с мужем. Я бы рассталась. Конечно, мы сошлись намного до войны. Муж у меня, родственники у меня в Кривом Роге, понимаете. Но я его поправила, понимаете. Я и его состояние поправила. Понимаете, и он, понимаете, начал нести, понимаете, чтобы вот объединить, понимаете, каждую страну, африканец, украинец, русский, немец, неважно кто, понимаете, родные сердца. Вот поэтому, когда я вообще не думала, я сразу же, я вижу, наставник Александр Назаров принимает решение, и я сразу принимаю решение, я даже не думала брать, конечно, я буду брать, если супер, то надо брать супер. И это хорошо, потому что я отдам свое сердце всю жизнь. Потому что другого, ну, по крайней мере, я за свою жизнь, ну, жизнь я прожила не такую легкую, и промоталась, и отдала огромные деньги. Я не видела такого никогда. Чтобы за такую простоту, эти 8 жемчужин, насколько они рабочие, насколько все так просто. И за это еще дают деньги. Понимаете? Я говорю, что низкий поклон Владимиру Довганю, Петру Силкину, Роберту Ра. Я всегда говорю, что, ну, не знаю, как можно сказать, ну, миссия, я всегда искала, понимаете, такую миссию помогать, понимаете, так, и я села на диван, как-то я пришла с йоги, села, я говорю, неужели такое вообще бывает, вот сколько лет пришлось промотаться, практически 40 лет пришлось промотаться, чтобы что-то найти, понимаете, и я нашла, и также каждому человеку я всегда говорю, когда он мне говорит нет, я говорю, вот увидишь, ты придешь. Ты придешь, ты еще промотаешься. Пройди еще кружок, как я. Ну, я скептик. Я тоже не просто так куда-то захожу. Мне тяжело так просто. Но если я знаю, что внутри счастье, что ребенок, что я, представляете, в осознанном возрасте, я, понимаете, я смеюсь, я улыбаюсь. Я как ребенок танцую. Я с мужем танцую на кухне. Когда я в жизни танцевала? Я в детстве не танцевала. Вот после суперджама мы танцуем. Мы включаем музыку и танцуем. Я разговариваю, я смеюсь.
Вот родные сердца. Это так, где-то так вкратце. Конечно, если бы я сейчас так более развернула бы все, хватило бы тут часов на 5. Но поэтому, родные сердца, объединяемся, объединяемся и всегда помните, знаете, вот я говорю, Таллин, Эстония – это транзитная страна, да, и кто как не мы все поможем каждому человеку на этой земле, кто как, но ведь нас же, понимаете, вот ну, разъединяют, давайте сплочаться, что такое деньги, да ничего, это фантики. Понимаете, они придут к вам, придут тогда, говорю, Вселенная вам ответит. Я всегда говорю, не ждите, понимаете, Вселенная возвращает вам все. Помогите человеку, спасите ребенка. Не в детдоме ребенка спасти, а правильно мне сказал Роберт Ра, а чтобы каждый еще усыновил, удочерил детей. Понимаете, вот ребенок должен жить в семье. Вот родные сердца. Поэтому, ну вот, я рассказала свой пример. Как вот, и поэтому шестой ранг. Ну, да, были какие-то сомнения, были с людьми, потому что, ну, я говорю, это только старт шестой ранг. То есть до десятого, я всегда команде говорю, до десятого летим, а потом сами. Я не боюсь делиться, я не боюсь звонить, я не боюсь, как бы ни называли там, кто там оккупанты мы или еще какие-то там. Это я говорю, ну, я всегда говорю, что, знаете, ребят, или кто-то продает еще БАДы, или кто-то еще, я говорю, ну как, помирать с музыкой, зачем мне эти БАДы? А вы спросили, говорю, там, какие кэшбэри, корзина, 5% корзина, там, скидка, аптека. Я говорю, а ты спросила, вопрос задала, а будет ли на что купить? Ин, говори, говори. Да. Будет ли на что купить в этой аптеке вот эти БАДы, вот эти витамины? Спросили у кого-то, у людей, будут ли вообще средства на это купить? Поэтому говорю, что счастье, ну вот, ментальное и материальное, да, все, никто не отменял. Дайте людям возможность, дайте, всегда скажи, у меня есть эта возможность, честно. И, как сказать, ну, радости другой нет. Вот я говорю, когда есть вот эти 8 жемчужин, вот, не то, что жемчужины, это бриллианты, родные сердца. Как их назвать, я уже не знаю, какие бриллианты, потому что я знаю, что это такое, как пройти и как получить в осознанном возрасте вот эту радость, счастье и делиться со всем миром. И объединить каждую семью, чтобы каждый человек вышел замуж, чтобы человек жил осознанно, чтобы человек приобрел, как сказать, ну, все, что он захотел, это действительно на 8 жемчужин. Тут даже думать не надо, какое про. Тут надо всем быть про, а еще нужно всем быть супер. И сесть на колени к Владимиру Довгуни, к Роберту Ра. Но я бы еще села к Александру. К Александру. Да. Вот, и просто сидеть рядом, понимаете, и нести, нести, нести людям, и объединиться как миллиардами людей. Вот тогда, говорю, мы все, как сказать, полные стадионы, мы всех спасем, детей спасем, людей спасем, семьи спасем. Вот, и выражаю, конечно, огромную благодарность своему мужу, который, ну, по технической части с каждым человеком проходит так же. Потому что я не скажу, что люди там какие-то глупые или нет. У меня просто есть люди, которые настолько им сейчас тяжело, что даже Zoom скачать не могут. Понимаете, что, ну, есть такие, что кто-то бежал с детишками, кто-то, ну, разные сейчас ситуации, конечно, с людьми происходит. Кто-то приехал в Эстонию, кто-то в Швейцарию вернулся, кто-то вот так вот. И люди напуганы, очень напуганы, потому что, ну, как, не говорите на русском языке, да кто вы такие, я не буду разговаривать на русском языке, да кто вы вообще такие, ну, я буду выбирать это, у нас одна земля, это земляне, ну, у нас нету, я говорю, я родила, ну, еще раз повторю, я знаю эстонский, я знаю финский язык, но если я разговариваю на русском языке, но почему мы должны говорить, или любой язык, ну, поэтому, родные сердца, вот так вот, это как-то так вкратце. Давайте поаплодируем Ирине Юрьевичу, легендарные друзья мои. Ирин, если все, давайте, я буду тогда завершать сегодняшнюю нашу школу. Да, финансы, я скажу, что за Давай. неделю я заработала 9600 евро. Мне пришлось в своем баре, в ресторане, мне, ну, я и зарабатывала, но пришлось мне 24 часа на 7.
понимаете, смотреть на алкоголиков, понимаете, смотреть мучиться, не спать ночами, понимаете. А здесь я свободна, с счастьем, с радостью, понимаете, и состояние, ну, и деньги, ну, и финансы. Ну, что немаловажно, потому что тоже платить же тоже нужно. 9600 за неделю. 9600 евро. У нас просто евро. Ну, что это? Плохие деньги за что? Я всегда говорю, за что? За то, что я провожу два урока Zoom? Это деньги? На родные сердца мне пришли, не хотел пахать. Ну, еще и ответственность. Еще и там... А тут, как говорится, ну, выглажена дорога, тебе все сделали, все школы. Так что здесь не зарабатывать? Почему не зарабатывать? Что здесь такого, что человека еще надо тащить? Да он бежать должен, в очереди стоять и говорить, я первый буду здесь. А не то, что тащить. Скажи, пожалуйста, ты вошла в топ-100 у тебя, да? Ты в каком, ты по рейтингу сколько в топ-100 ты находишься? 20. 20-е. Из топ-100 ты 20-е находишься по чеку за полгода. Да, и да. За сколько за полгода у тебя чек вышел там? Ну, я не знаю, 70 тысяч евро. Не помнишь, то есть, да, так? Ну, плюс еще сейчас вот эти вот 10 тысяч евро, можно сказать, 10 тысяч евро еще прибавляешь туда. То есть уже 80 тысяч евро с чем-то, то есть, да, в этом году. Замечательно, друзья мои. Давайте поаплодируем. Еще раз, друзья мои, Ирине величайшей. Друзья мои, а сколько, Ирина, а скажи, пожалуйста, сколько ты вообще в системе, когда ты стала интеллект-тренером? Я начала тренировку конец февраля. Конец февраля? Да. Сколько месяцев, за сколько месяцев ты открыл 6-й ранг? Март, апрель, май, июнь, июль, август, 6 месяцев. 6 месяцев, полгода 6-й ранг?